Привет. Вот калина красная. Знаете, вот наш край очень богат всякими вот лечебными ягодами, всякими вкусняшками. Это истина. У нас столько чего нету. И калина, и рябина. Много чего есть. Я просто даже некоторые эти имена не знаю, как называются. Но факт то, что они есть. Соседка мне сказала, собирай, это как так вот, это кустик не мое. Я спросила, она говорит, сколько надо, собирай. Так что в ближайшее время соберу. Хочу папе приготовить настойку и отправить ему. Смотрите, какой богатый куст, правильно? Смотрите, видите, сколько ее. Ее, кстати, очень много. Там даже вот на земле даже кустик, он согнулся, видите, он согнулся кустик. Тоже много чего есть.